Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Как мы обещали, в эфире авторадио «Магадан» о новых возможностях многофункционального центра рассказала его руководитель Валентина Мартыненко. Колымчанам доступны дополнительные сервисы телефонного обслуживания. Одно из преимуществ – заказ обратного звонка. В случае, если в настоящий момент оператор не может помочь, то он сам перезвонит. Конечно, мы говорим в течение дня, но, как правило, это максимум 20-30 минут. То есть вы бесплатно получите наш обратный звонок. Это позволит где-то и разгрузить наших специалистов, и где-то спланировать свое рабочее время, и, собственно говоря, и получить вам услугу. Также Валентина Мартыненко рассказала о планах открыть дополнительные окна МФЦ для предпринимателей и напомнила, что за компенсацией проезда в отпуск неработающие пенсионеры могут обратиться в многофункциональный центр. Он работает 6 дней в неделю.